Всем привет! Ну что, ребят, у нас сегодня опять роллинг под акцию коллекционер. Надо выбить Анубиса, постараться, потому что это бездонатный аккаунт. Доната на нем практически нет. То есть даже до шапки не до Донина. Так. Аккаунт моего тезки, ник Евгениус. Давайте посмотрим сейчас его алтарь. Берсовый, херня, тыковка хорошая, правда надо берс докачать, смерть хорошо, ара хорошо, по талантикам, ну такое себе, так, хороший дедушка, варлока надо однозначно менять, дерево, ремка нужна рунами, гарпия, череп хорош, дрейк со стойкостью не очень, гаргул топчик, даже 11-й, так, укрот, малышник хорош. Вот стрелок четкий, рино четкий. Ворожай неплохой, бигфут, супер. Ничего себе. Грубая сила, повелитель бури. Супер, супер. Нормально, нормально, нормально. Так. Ну все, уже дальше пошли герои. Неплохо. Я вам скажу, неплохой аккаунт. Судя по всему, очень, очень дохрена всего. Так, хорошо. Что у нас тут? Аджей волна. А тут 800. Семерки даже еще не начинал. Ну, шестые пройдены. Так. Ну, герои, конечно, неплохие у него. Уже можно, в принципе, семерки. Но Анубиса нету. Вот из-за этого он как бы стопорнулся, ни заклинательницы, ни Анубиса у него нет. Также нету Фреи. Наша задача сегодня получить Арктику, Анубиса. Все сделать по максимуму. Ну что, поехали. Так, рыцарь. Леди Лео. Укротитель. Бульдозер. Рино Ниндзя. Блин, неплохо, неплохо. Такое начало. Охрененное. Друид. Так. Ну давай, давай, давай. Смерть. И я уже подумал, блин, Фрея. Тесса. Тоже неплохо. По сути, тут все хорошо. Атлант. Дрейк Сноузила. Еще один Дрейк. Ничего себе. Тыква. Хорош. Еще один рыцарь. Еще один. Два рыцаря. Смотрите, как они здесь падают. Химка. Так, еще одна. Ну, блин. Сейчас, секунду. Надо подрубить читы, чтобы получше все было. Так. Так. Поехали дальше. Что-то сегодня целый день этих эктоплазмов по три падает. Куча роллингов и везде по три. Так, смерть. Смерть, это, конечно, хорошо, но не это. Так, суккуб. Капитан Дрейк, блин, да у него тут сыпет этих рыцарей. Я не удивлюсь, если мы уже собрали 13 с 15 за 30к. Ну, это самый лучший результат на сегодня, что есть. Нам нужен Анубис, либо Фрея. Ну, давай. Рандомчик. Блять, опять фея. Смерть Химера. Дрейк, да что такое? Чё за дрейки у него? Еще один Рину. Охренеть. Череп. Это просто жесть какая-то. Ну, дева, дева, дева. Ну, наконец-то мы Арктику хотя бы можем забрать. Забираем Арктику.
Арктика обошлась приблизительно в 40к. Ну, это очень круто. Я сегодня много переролил аккаунтов, и, честно говоря, по поводу Арктики очень был удивлен. Очень хреново она падает. Сразу же Гаргул. Валька. Рыцарь. Дед Мороз. Есть, блядь. Фух, мы сделали. Достали ему Фрею. Блядь, не знаю, сегодня какой-то, ребята, просто невъебический день. И мы достаем все, что люди просят. Это просто жесть. Ну, просто, блядь, топчик. Ну, поздравляю от души. Фрея есть один из самых имбовых героев на сегодня. До выхода нового героя, не знаю, что там за хрень будет, пока на китайке его не добавили. Возможно, после полуночи добавят акцию. Почему-то не добавили. Видимо, что-то пошло не так. Но есть Фрея, и, в принципе, она ему поможет на всех локациях, даже на тех же самых подземках. Это будет охрененно. Поехали дальше. Одержимый Ара. Ну, блядь, ну это судьба. Имка. Тесса еще одна. Варлок. Малышник. Отлично, гигант с холма. Давайте что-то похимичим. Обязательно надо что-то похимичить, чтобы оно все зависло. Отлично просто. Вот это вот так надо химичить на аккаунтах. Заходишь в рейд, чтобы просто сбить рандомчика, оно просто все зависает и шлет тебя нахрен. Все, мы сбили рандом, отключили читы, как обычно. Блять, ну Фрею получили. Это просто, просто огонь. Сколько у него там? А, у него места есть. Отлично. Поехали дальше. Друид сразу же. Смерть. Бульдозер. Хера себе. Может, это надо чаще так выходить? А ну-ка еще раз выйдем. Опять делаем перезаход. Новая тактика, ребята. Просто надо перезайти в игру, и все. И все будет отлично. Так. Есть, поехали. Так, ну давай. Химка. Не, херня. Рыльнубская тактика не прокатила. Окей. Ну, блин, Фрей есть, это уже победа. Нету Анубиса, то херня. Главное, Фрея есть. Использовать. Окей. Использовали. Использовали мы Фрею. Ну, добавили. Два Рину есть. Рину у него, по-моему. Да, Рину у него есть. Ну, кучу повторок однозначно нахреначили. И это очень хорошо. Так, смотрим, что там у нас Фрея. Бля, ну, нормально, пойдет, реально пойдет. Давайте, может, что-то интересное упадет для нее. Замедление. Ну, корка, пусть будет даже корка, это уже получше, чем другой какой-то талантик. Отлично, просто отлично. Я считаю, даже восьмерочку почти ему там хватит. Ну, дальше он уже сам разберется. Так, его гильдия средневековья, босс 3, 21.00, 5, 21.30, атака фортов 20.00, набор 20+, бьет все рекорды, у нас было пока максимум 18+, тут уже 20+, атака фортов 2, битва гильдии 4, ну это все рандомчик, кидайте заявочки, вступайте, разные есть ники, драконы пьяные разные, вадимчики.
все, что хочешь. Солдаты, в общем, солдат это звание было, конечно же. Crazy Bananas отличный, Тоха боец даже есть, даже Гонсалес тут есть, ребята. Кидайте заявочки, вступайте. Может, еще что-то интересное есть. Конечно, иногда интересно почитать ники. Джигурденок, хакер, чик. Хорошо, что не чика. В общем, так, ребят, достали, в принципе, то, что планировали. Конечно, не в полной мере, но получили Арктику. Это уже отлично. Получили Фрейю. Так, 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 так. Открываем еще Арктику. Бум. Есть. У меня, конечно, этих фрей уже столько. Я не особо рад, но на таком аккаунте человек однозначно будет рад. Так, смотрим Арктика. Поменять. Поставим даже четвертое замедление. Пусть будет так пока. И у нас есть коробочка. Хотелось бы отсюда, конечно, какой-то имбовый талантик получить, потому что он действительно здесь нужен. Как и на любом бездонатном аккаунте. Сейчас упадет, блядь, какой-то бег. Замедление. Ну, я считаю, это тоже неплохой талант для архидемона. Что у него тут? У друиду может поставить его. Купчик. Купидону может поставить вторым талантиком однозначно. То есть варианты есть у него, кому ставить. Чисто на архидемона. То есть можно ставить смело. Все. В принципе, весь роллинг. Пишите комменты, подписывайтесь. Обязательно ставьте лайки, делайте репостики, участвуйте в конкурсах. Рад за пацана, что получил тезка хорошего героя. Все. Всем пока.